Мировой отброс Ким Чен Ын приехал в Россию ко второму мировому отбросу Владимиру. Бронированный поезд отброса Северной Кореи прибыл на станцию Хасан в Приморском крае. Северокорейского покемона встречали глава Минприроды Козлов и губернатор Приморского края Кожемяка. Международный уголовный преступник Путин и Ким Чен Ын встретятся на Дальнем Востоке в ближайшие дни. Во встрече также примет участие тувинский попрошайка Шойгу. Обе страны лидеры по количеству санкций и обошли даже Иран. В обоих странах культ личности, диктатура, отсутствие свободы, отсутствие демократии и отсутствие права выбора. Даже Китай в последнее время официально открещивается от близкой связи с этими хулиганами с пониженной социальной ответственностью. Как вы помните, тувинский попрошайка Шойгу ездил клянчить военную технику и боеприпасы в Северную Корею, так как Россия так довоевалась, что уже нету ни техники, ни даже патронов и вот сейчас Ким прибыл на Россию, и якобы не с пустыми руками. Есть подозрение, что Ким может дать добро на поставки военной техники, а также боеприпасов в более массовом порядке. Соединенные Штаты по этому поводу уже заявили, что любая военная помощь РФ от Корейской Республики выльется в новые санкции. Ким большой трус, и боится летать на самолетах из-за страха, что его собьют. Поэтому везде ездит на поезде. Путин такой же трус, и принимает всевозможные меры конспирации во время полетов к примеру, вылетает сразу на нескольких самолетах, чтобы невозможно было понять, в каком из них он находится. Будем внимательно следить за встречей двух клоунов международных отбросов, а также за возможными договоренностями, которые могут быть достигнуты между ними. Перед северокорейским покемоном даже красную дорожку развернули. Сейчас россияне будут становиться на колени и просить, чтобы их хозяин Ким дал немножко патронов и танков, потому что все уже заканчивается. А Путин хочет воевать бесконечно, но проблема в том, что вся российская техника уже сгорела, а склады со снарядами почти пустые. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик. Обязательно оставляйте комментарии. Для помощи каналу ссылки в описании.